Дорогие радиослушатели, эфир «Радио Мария» продолжает передача Юлии Хохловой «Дело от любви». Приветствуем Юлию и ее гостю в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Емельян. Рада вернуться, рада открыть новый сезон. Постараюсь в новом сезоне сделать для вас более интересные передачи, более содержательные и в том числе, конечно же, чтобы они были полезные. Полезные для всех, кто слушает. Это передача «Дело от любви». Мы находимся в прямом эфире. Номер для связи с нами 812-318-3303. Также можете написать свои вопросы по СМС, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Плюс 7-999-209-1053. Начинаю новый сезон с уникальной гостью. Это великолепно красивая женщина. И это, вы знаете, еще тут такое сочетание. Она очень умная женщина. У нее вот прекрасное образование. Это непростое образование. Она философ, преподаватель, кандидат искусства, доктор философии и терапевт души. Также я держу в руках две книги. Это «Антропологический кризис и феномен понимания». Это уже одна из сложных тем. «Метаморфозы и культура» или «Живая бесконечность». Я надеюсь, что Ольга, Тарасова Ольга нам расскажет про книги, про что они и как ты преподаешь, что интересного несешь в мир, чему учишь людей. Ну и, конечно же, мы хотим сегодня обсудить тему проблемы обучения и почему учатся, почему нет, насколько сейчас это актуально и вообще интересно ли людям учиться, получать знания. Приветствую вас, Ольга, после долгого вступления моего. Добрый день, Юля. Спасибо за приглашение, спасибо за рекламу. Да, действительно, я преподаватель уже больше, чем 20 лет. Так получилось, что преподаватель – это как бы семейная династия, и я преподаватель уже в третьем поколении. Дедушки преподавали, родители преподавали, тоже все кандидаты, доценты, профессора. Но я единственный гуманитарий в семье, так получилось, поэтому кандидат искусствоведения и доктор философии. А вот страсть как бы к науке, да, сочетается с преподаванием, потому что быть просто преподавателем, просто пересказывать те знания, которые есть, это не очень интересно. И наука тоже семейная традиция, потому что у всех, у старшего поколения, там на каждого по несколько сотен патентов технических. Вот, а мне получилось... Среда воспитала, да, потому что все время приходилось дома читать. Огромные библиотеки у дедушек, огромная библиотека домашняя. Всего можно, энциклопедии, литература, путешествия, география, физика, искусство, все, что, говорится, читать взахлёб можно было. Вот философ... и можно писать, ну и получилось, что я и свои написала. Было интересно. Да, вот я и хотела как раз к этому и прийти. Философия – это вообще огромное направление. Вот смотри, про что, вот, например, антропологический, да, кризис феномена понимания. Вот что это значит? Для меня даже название достаточно сложное. Это критика системы образования. Вот так. Да, потому что без образования мы не можем, но в том виде, в той форме, в той системе, где очень быстро устаревает знание и где очень долго приходится тратить много времени, и эта система все больше и больше отстает от потребностей той реальности, в которой мы находимся, как вот убрать этот зазор и как убрать негативное воздействие той системы, которую придумала Яна Москаменский 4-5 сотен лет назад, что с этим делать и как выбраться из той ямы, в которой мы оказались. Вот какие есть новые методики, какие есть экспериментальные методики, как можно изменить, скажем так, школьное пространство и время, чтобы можно было быстро двигаться в будущее. Не догонять прошлыми знаниями, насыщать, делать, перегружать психику и перегружать сознание детей, которые поступают в школу. Мы же знаем, что у них очень большая перегрузка, и учиться тяжело. Ольга, ну вот что мешает именно? Вот приходят к тебе школьники, студенты приходят к тебе, и в чем ты именно вот встречаешь проблему, с которой тебе приходится, ну вот, выходить, ну, как бы из положения? Ну, скажем так, проблема, которая накопилась за последние там несколько десятков лет у нас, что у нас образование перестает быть ценностью, ну как бы этому не прививается в семье. Да? Ну есть и есть, ну сходить там, да, получить корочки надо. А что образование – это ценность? Нет. Это с одной стороны. А с другой стороны, что перестают читать и перестают воспринимать, нет очень хорошей концентрации внимания на обучении, на знании, и очень сильно падает скорость мысли.
То есть обобщенно, да, медленно читают, не успевают, нагрузки увеличиваются, а скорость падает. То есть это прям взаимодействие, да, да. Скорость мышления. Да. Несмотря на то, что мир ускоряется, и вроде мы поглощаем да. очень быстро информацию. Ну, поглощать, просто схватывать, посмотреть глазами в интернете картинки, да, смайлики различные, комиксы, и пропустить через себя смыслы и переработать, извлечь какой-то смысл себе, зерно, корень, когда извлеките из этого корень, найдите кристалл смысла. Далеко не у всех вот эта функция понимания, она работает на все 100. Вот очень часто бегают по поверхности и не погружаются внутрь. Отрабатывают как бы, да, типа школярские вещи. Вот. Но мало кто... И когда заходит разговор о том, что да, надо поступать в аспирантуру, а зачем? Дальше встает экономический фактор, и все образование у нас как-то выходит из области цены, ценности в область цены и стоимости. Мне хочется вот понять, какой процент, например, сейчас вот учится, какой процент, ну, какой процент реально заинтересованы, которые хотят реально получить какие-то знания. Это первая часть вопроса. Второе, как ты считаешь, чем замотивировать, чем заинтересовать, и ну, вот как это можно выйти ну, вот, из положения? Ну, учатся мало. Есть те, которые хотят. Но есть какие-то способности, которые закладываются только в детстве, в семье и в младшей школе. И когда люди приходят уже в вуз или в аспирантуру, то это почти, ну, почти ничем нельзя компенсировать. Есть вот такие вещи, когда очень сложно переучить. В проценте не скажу. Ну, 20%? Ну, 20, наверное. Вот так, совсем мало получается. При хорошем раскладе, да. Ну, смотри, получается, мы закладываем в семье именно основу умения учиться. Но ведь это, наверное, любовь к учебе должно быть. Уважение должно к учителю быть, да. И уважение к знаниям, понимание ценности опыта и знания. Знаешь, очень смешно, но вот были в античности пифагорейцы, которые являются авторами одной из первых школ вообще как традиции, как вот образование, как система образования. И они сформулировали очень простой тезис в том, что образование и обучаемость прямо пропорциональны нравственности. То есть то, что вот говорят у нас в сказке, какой герой может победить. Да? Если ты обладаешь добродетелью, да, и понимаешь, куда ты идешь, к свету или к тьме, да, ты выигрываешь. Ты можешь выиграть и царевну, да, заслужить царевну своими подвигами и найти все необходимые волшебные артефакты, чтобы тебе все помогали, да. И есть те, которые пытаются двигаться обманом. Ну, вот так же и в образовании здесь, когда ты учишь для галочки, это одно, когда ты учишь это для себя, это совсем другое. Как ты считаешь, почему вообще выбирают такую профессию, как вот философ? Почему идут учиться в философию? Ведь предполагается, да, что это интересно, это любовь к мудрости, да, это вот что-то хочется познать, узнать. Ну, предполагается именно какая-то любовь все равно. Понимаю, когда я иду к врачу или к художнику, да, я хочу заработать, я там хочу отучиться, преподавать, а тут же именно философия. По сути, с ней никуда не пойдешь дальше. Прикладного значения почти никакого. Да, да. Но ведь мы же понимаем, что мудрость, даже если она житейская, она нам помогает и очень сильно. Да. Вот, когда просто развитие философии еще связано у нас с особенностями мышления европейской цивилизации, развитием университетского образования. Был расцвет философии. Да, понятно, это другое качество мышления, другие структуры сознания, другой уровень обобщения, другая, как бы немножко другое мировоззрение, более обобщающее, более целостное, чем те специализированные науки, которых у нас сейчас много. Да, не случайно в университетах философ может преподавать практически все гуманитарные дисциплины, а гуманитарий может только свою. То есть философ должен уметь синтезировать, обобщать, привозить в целостность, обладать именно органическим миропониманием, мировоззрением, чтобы видеть сразу всю картину, то есть видеть целое раньше частей. Всех составляющих частей, то, чем занимаются именно специальные дифференцированные науки. Чем тебе помогла твоя профессия вообще в твоей жизни, как ты считаешь?
С практической точки зрения? С практической. С научной точки зрения. Давай с практической. С практичной. Она мне помогла очень психологически, не философски, именно психологически. Потому что это заряд мудрости, который помог пройти через многие обстоящие обстоятельства, сохранить спокойствие, сохранить уверенность. Все пройдет, знаменитый тезис. И как бы через какой шторм не приходилось идти по жизни, но философское спокойствие, философская мудрость — это хорошие попутчики. Скажи, вот почему у тебя твоя профессия «Дело от любви» было бы назвать? Можно было бы назвать, то есть. Знаешь, получилось так, что ко мне всегда тянулись дети. И что-то, какие-то рассказы, сказки, что-то рассказывала, что-то учила. Это было настолько естественно, и приход в образование, и приход в науку, вот, и потому что получалось очень легко и очень хорошо. Было совершенно, как бы, даже других вариантов не возникало, что да, преподавательская деятельность, занятие наукой, это бы сложилось все естественно, и как бы любые другие предложения, да, можно было работать и в журналистике, были предложения еще в институтские годы, когда вот мы практику проходили. Ну, поработала, нет, посмотрела, да, масса публикаций были в газетах тогда. Ну, как-то это не зацепило. Ну да, легко получается, пожалуйста, в качестве подработки можно было. Ну, как-то естественная душа лежала к тому, чтобы работать в школе или в вузе. Как ты считаешь, вообще, как общаться сейчас с молодежью? Ведь язык меняется. Как ты сказала, обучение уже как бы вот там все равно основа старая. Ну как сейчас общаться с людьми, чтобы им было интересно? Ну, во-первых, нужно себя развивать и смотреть все, что происходит. И должен быть другой кругозор, и должны быть практические навыки, потому что только то теоретическое знание, которое есть и которое нужно рассказать по программе в соответствии с теми базовыми компетенциями, которые требуются свыше, этого очень мало. Нужно смотреть то, куда развивается данная дисциплина, какие есть современные находки, посмотреть, делать обязательно обзоры последнего года научных публикаций, потому что студенты не всегда понимают, где это найти. Преподаватель это должен знать, где это в институтской науке, в университетской науке, в каких-то лабораториях, в Академии наук, или это коллега какие-то статьи опубликовал. То есть вот это все должно быть, как говорится, на кончике пера у преподавателя, чтобы не только давать задания, но рассказывать и публиковать. Именно что-то с интересом. И в конференции. Скажем, да, есть научные конференции для студентов, для преподавателей. Иногда ребята с очень большим воодушевлением отдыхаются, что можно где-то выступить, куда-то съездить, куда-то сходить. У нас в городе где-то обменяться опытом или куда-то съездить, или онлайн поучаствовать, пока у нас вот была пандемия, делалось же все онлайн, и тоже можно было познакомиться, посмотреть. То есть молодежь вовлекается в интерактив некий? В интерактив, да, потому что, как раньше говорили, да, людей посмотреть, себя показать, ну, как вариант научных конференций. У меня еще такой вопрос, какая тема будоражит вообще людей, вот что они просыпаются, например, или тема вот на все времена в философии? Ну, именно в твоей преподавательской деятельности, вот ты преподаешь и понимаешь, что студенты прям просыпаются, любят эту тему и с удовольствием о ней говорят. Ну, если очень по-философски, то это, наверное, базовый вопрос для всех времен, народов и для всех людей, кто мы, откуда и куда идем. Что делать и как быть. Люди просыпаются от этого. Да, очень интересные ребята с очень интересным мировоззрением, очень разные, с очень разным прикладным знанием, пониманием. Практически это в советское время нельзя было работать, пока ты учишься в институте, потому что была очень ценность образования на высоком уровне, и до пятого курса не разрешали работать. Если хочешь работать, иди на заочку или на вечерний. А сейчас все учатся на дневном, и практически все работают, потому что вопросы выживаемости и повседневной жизни же никто не отменяет, если ты поступаешь в вуз. Оля, у тебя большой опыт. Уже несколько поколений молодежи ты вырастила. Скажи, как поменялось мировоззрение в то, когда ты начинала работать, и сейчас? Вот. Какие плюсы? Я не знаю, как сказать, плюсы или минусы. Когда я начинала работать, еще учились люди, которые родились в Советском Союзе. Вот. Потом пришло поколение, которое родилось в 90-е годы. Там как бы образование было совсем не в приоритете, вот просто не в приоритете. Ну да, учились как бы, да, что-то легко давалось, что-то труднее.
А сейчас вот как бы следующее десятилетие приходит, и образование опять становится, ну, я не могу сказать, что это такая ценность на постаменте, но это потребность, становится базовой потребностью, что нужно что-то уметь, что-то учиться. Другое дело, они четко понимают, что в этом в системе, которая приравнивается сейчас к образованию, полезно, а что только теоретическое знание, которое не имеет, ну, оно как бы перестает функционировать. Вот есть ли какая-то свобода мысли или какая-то мысль, вот, которая, ну, как бы, чтобы не только себе на пользу, а вообще, в принципе, миру на пользу, есть ли какой-то такой посыл у студентов? Мне хочется просто понять, вот поколение, которое вот пришло учиться, допустим, и с каким посылом они учатся? Они понимают, что как-то надо жить лучше. И в мире, и в благе, но они не понимают, где эта точка опоры. Как правило, эта точка опоры не задается дома, вот, и она не взращивается, вот как говорили раньше, дайте мне точку опоры, да, я переверну мир. И стержень духовный, и какие-то ценности, которые не позволяют очень хорошо, крепко стоять на ногах и двигаться, потому что когда это задается семьей, когда ты в обережном состоянии, то, что дается родителям, ты очень легко идешь и учишься гораздо быстрее, легче и глубже, свободнее. Вот это как раз вторая твоя деятельность, это терапия души, да. Вот мне хочется тоже вот вернуться к этой теме, поговорить, и как она решает как раз вот те проблемы, которые мы, например, обсудили, да, вот проблемы нехватки опоры, например, или там психологические какие-то проблемы, неумение концентрироваться, например, какие-то обиды. Ведь сейчас кругом налево и направо говорят про обиды, про травмы, про блоки, то, что не дает человеку расти. Про работу действительно с родовой ли системой. Это нас, да, проработать с родовой системой, действительно, это что? Это вот накопилось в нас самих столько претензий, да, вот к какому-то поколению? Или это все-таки действительно проблема, которая вот сейчас почему-то выросла, в принципе, в мире? Наверное, как говорится, каждому времени свои решения вечных вопросов, да, быть или не быть. Каждый век решает этот вопрос по-своему. Наверное, пришло время, как есть поговорка, что время разбрасывать камни, да, время собирать камни. И мне очень нравится фраза Николая Рериха о том, что последняя война человечества — это будет война в каждом внутреннем сознании за то, чтобы убрать из себя весь негатив, все конфликты, все травмы, привести себя в чистое состояние, чтобы двигаться вперед. Не могу сказать, что я дословно повторила, но вот что это война внутри каждого сознания. Очень интересно. Ну, это перед тем, как... Да. Да, у нас мир кардинально меняется. С одной стороны, помните, тоже есть это проклятие у китайцев, которое говорит, если самое страшное, понять, жить вам в эпоху перемен, да? Да. Или понять свои грехи и проблемы. Да, да, да. Угу. Да, и мы начинали, да, с эпохи эпоху перестройки, эпоха перемен, да, и все сразу вспоминали вот эту китайскую поговорку. Вот, но перемены могут быть к лучшему, и нужно, как говорится, быть достаточно сильным оптимистом, чтобы понимать, что то есть всё сейчас должно двигаться к лучшему. По, да, твоим наблюдениям, да, сейчас это как раз период, когда мы собираем камни, как, да, я понимаю, да? Да? И разбираемся своей головой. Разбираемся со своим сознанием. Есть время, когда можно сделать пересмотр того, что ты начудил, натворил. Как ты считаешь, это улучшение или это глобальное просто вот зомбирование в какую-то сторону, просто занимайся собой и все, не понимая до конца? Ну, не понимая глубину, допустим, просто это, ну, вот как модное течение в том числе может быть. Может. Я бы не сказала, что так все плачевно, да, потому что работать над собой же не вредно. Вот. Другое дело, что мы очень мало занимаемся того, что можно обозначить как культура внутренней психической жизни. Мы очень долго занимались, несколько десятилетий, исключительной экономикой, и мало занимались тем, что называлось там воспитание, вот духотворённость. Я считаю, что вот здесь вот как раз у нас нет опоры.
вот заниматься собой, следить за собой, за своими мыслями. Вот здесь вот, я считаю, ну нет у нас по оценкам социологов сейчас одна из самых востребованных профессий ближайшего будущего и среднего будущего, да, ближайшие там 5-10, 15, 20 лет, это будет профессия психолога. Ух ты. Потому что меняются востребованные навыки. Все говорят про soft skills, про мягкие. Это умение коммуницировать, умение находить общий язык без манипуляций, умение работать с собой, выстраивать свои взаимоотношения с людьми. Без этого уже дальше нет. Другое дело, что ни эгоисты, ни нарциссы не способны работать над собой, выстраивать движение. Мы атомизировались, индивидуализировались настолько, что, наверное, можно попробовать выстроить себя немножко по-другому, чтобы двигаться вперед. Какой-то некий переход к другому уровню мышления, в принципе. Ну, опять можно же вспомнить историю про ковчег, да? Каждой твари по паре, чтобы переплыть через мутные времена, через шторм, нужно уметь находить общий язык, нужно уметь искать пару, выстраивать отношения в семье, выстраивать отношения в родовой системе. Вот мы сейчас, в принципе, говорим про терапию души. Оля, мне хочется немножко понять, что такое терапия души, чем оно полезно и почему вот настолько оно сейчас набирает обороты и популярность, что ну, вот это заменяет там несколько походов, например, к психологу. Да? Допустим, смотри, вот здесь я даже выписала сегодня в интернете слова. Психологи утверждают, что чудо-таблетки не существует. Основатель же терапии метода души, он говорит, что он с этим не согласен, опровергает подобные утверждения и предлагает свой уникальный подход к поиску и устранению причины возникновения проблемы в максимально короткие сроки. Действительно ли существует такая таблетка? Действительно ли на твоей практике такое было? Ну, я бы не сказала, что таблетка, потому что работа с терапевтом души всегда предполагает внутреннюю проработку человека, сдвиги в его осмыслении, в его осознании, в его концентрации, внимании, памяти и так далее, и так далее. Да, терапия души – это авторский метод Евгения Валентиновича Теробинина. И специфика этого метода в том, что она работает с эмоциональной и когнитивной сферой человека. Вот, и в фокусе этого метода находится память, ум, зеркало сознания, то есть все индивидуальные отражения внешних событий. Как мы это помним? С искажениями или не искажениями? С кривизной или не с кривизной? Бывает же так, что там типа сказали, так я ж тебе не… Даже вот в повседневном общении сказала, ну так я ж не это имею в виду, да? А как у нас это весь массив всего, что мы проходим? Мы понимаем, через исходя из своей проблемы, получается, да? Да? Здесь ушибли, здесь не смогли, здесь у нас коленки болели, тут мы не смогли вот это услышать, тут мы не услышали, больше догадались. Угу. Тут нас мама обидела в детстве, мы с этой обидой с хранимой давно и ходим, и так далее, и так далее. Вот. И цель метода, чтобы через образы индивидуального сознания, через просмотр семейных историй, различных метафор, образов, найти все нефункциональные связи, на основе которых человек вырабатывает схему внешнего поведения. То есть можно использовать многоэтапную диагностику и найти какие-то переплетения по родовой системе, какие-то травмы, какие-то старые чувства, которые не пережиты, дожиты, до которых очень трудно докопаться просто с обычным психологом. И изменение образных схем, расширение зоны осознания приводит к тому, что человек корректирует свои стратегии поведения. То есть возвращается внутренняя тишина, возвращается вот смотри, внутренняя глубина. Таким простыми словами, да, получается, когда ты работаешь вот через этот метод, ты включаешь какие-то образы. То есть ситуация у тебя появляется в виде образов в голове. Да, вспоминаем случаи какие-то, да, что было где-то в детстве. Оно появляется, например, как царевна-лягушка, да, которая там… Не обязательно. Не обязательно. Можно, да, там вот какие-то происторы, скажем, да, вот какие-то травмы. Можно вспомнить то, что человек не вспоминает там в 2-3 годика. То есть же должна работать память хорошо, чтобы это все было естественно, органично и так далее. Были очень как бы показательные случаи, когда человек приходит и говорит, я ничего не помню. Да, ну вот мы себя как-то помним же, да, в школе. Ну, нормально мы… Ну, среднестатистический человек помнит как-то плюс-минус школьные годы. Человек приходит, говорит, а я себя помню только с института. Я школу не помню. Да. А детство? Вообще ничего не помню. А это? Вообще ничего не помню. Ну, так же… Не бывает. То есть закрывается сознание настолько, да, мы же боимся, нам неприятно смотреть боль. Мы включаем механизмы защиты, мы закрываем это все, храним. Но это же… Это прессуется где-то, да?
сознание и не дает нам, представляете, лишние балласты, гирьки на сознание, вот эти вот спрессованные чувства недопрожитые, которые меняют траекторию, меняют стратегии обычной коммуникации. Восприятие мира, взаимодействие, да? с миром, да. То есть меняет, ну, делает различные искривления, утяжеления. Ну вот, скажем, положите балласт в корабле на один бок, как он будет плыть? Искривленно. По одной, да, в эту сторону. Придет он куда надо. Да, он будет все время круг. Вот это зацикливание. Ольга, скажите, пожалуйста. В переносном смысле так и получается. Получается, очень важно прожить свои эмоции. Правильно я говорю? То есть начало и конец иметь. Да. Почему это важно? Вот как это можно объяснить логически, что необходимо прожить эмоции? Например, сейчас я вот объясню. Например, у меня произошла какая-то... какое-то недопонимание с кем-то. И я, чтобы не углубляться в этот вопрос, говорю: ой, нет, все, даже не буду обсуждать, забуду. Это я не прожила эмоцию, получается, ну, конечно. Да? Знаете, вот есть старые эти проигрыватели с пластинками, да. И там, когда вот чуть-чуть царапина на пластинке, она проходит круг, потом заела, и еще раз по этому кругу. Да. Ходит опять, заела и опять проехала, да, все время. Вот так же и здесь. Вот эти эмоции, они нам создают, потому что цикл должен начинаться, продолжаться и завершаться. А если мы начинаем, продолжаем, бросаем, и начинаем опять, начинаем, продолжаем, бросаем, и не завершаем, что получается? У нас незавершенные дела, незавершенные эмоции, незавершенные отношения. То есть это по факту как бы непройденный урок, да? Хвосты, да, как раньше говорили в советское время. Да. У тебя хвост по какому-то предмету, не сданный, недодуманный, недоделанный. Вот это, как получается, важный совет для слушателей, да, в том числе, что если произошла какая-то, например, недомолвка, непонимание или какая-то сложная ситуация, необходимо эту эмоцию для себя прожить, да? То есть как прожить? Ты можешь нам, вот, например, дать какой-то совет, лайфхак? Начало получить, например, понять, принять, да? Или рассказать себе, что я чувствую, прописать это для себя. Вот существует же множество вариантов. Прожить, прочувствовать эту ситуацию полностью. Не закрываться, понять, что отзеркаливает. То есть в любом случае подобное притягивает подобное. Любые ситуации притягивает к тем каким-то образом, слайдам в сознании, которые скрываются внутри. И нужно посмотреть, поискать в себе, что это такое, что нам показывает окружение, что отзеркаливает внутри сознания, что нужно внутри себя перестроить, чтобы отпустить эту ситуацию и вернуть как бы чистоту, глубину, штиль. Сознание и так далее. Мне, например, хочется понять, да, насколько вот эти вот эмоции, непрожитые там наши моменты какие-то, да, проблемы, не пускают нас, вот как ты говоришь, как корабль крутится, не пускают нас вперед плыть, а заставляют вот так крутиться. Хочу именно, знаешь, на живом примере каком-то. Есть у тебя такое вот, чтобы ты нам рассказала не просто словами, а примером, потому что нам это будет очень понятно и ясно. У тебя просто красивый, богатый язык, а мне хочется в простоту его увести, чтобы, ну, дошло до нас. У меня была работа, ну, вот как терапевта души. Угу. Девочка в конце нее потом кричала эврику. А пришла с запросом, говорит: ну, не могу, я вот развелась с мужем, там не очень хорошо, мы все еще там алименты делим, там еще чего-то. Но уже прошло несколько лет, и я никак не могу нормально построить новые отношения. Вот. И мы с ней разбирали, где вот, как разнести, расплести вот эти чувства, как расплести, как бы, части, ну, условно говоря, это на языке вот терапевта, что вернуть свои части, отдать чужие, чтобы не было вот этих переплетений. И говорю: перестань, ну, смотри, вот расплети свой взгляд с мужем, отпусти. Перестань искать во всех мужчинах, которыми ты пытаешься построить отношения, вот этот образ. Она кричала от восторга: я поняла, что я делаю. Мне надо его отпустить. Да, я теперь вижу других, а я видела все время его. Я видела все время его, теперь я буду видеть других. Вот что значит та эмоция, которая не прожита, отпусти чувства, да.
которая отражается. То есть, мне потом 3 дня писала: «Эврика, как же я могла не согласиться?» Вроде так просто, элементарно, находится на поверхности, но чтобы это... Иногда нужен взгляд как бы со стороны, чтобы увидеть вот это белое пятно или тот сучок, который ты не увидишь сам. Иногда нужны подсказки. Терапия души это делает очень мягко, аккуратно. Ну вот смотри, проблема, что человек, когда смотрит на кого-то, он видит, а себя он не видит. Как увидеть себя? Как понять себя? С одного раза может и не получиться. Вообще хочет ли? Не всегда хотят. Себя посмотреть трудно, потому что, как правило, все наши травмы, непрожитые чувства, это вызывает боль. А в боль человек смотреть не всегда готов. И поэтому чем сильнее боль, тем сильнее у нас внутри защита, тем сложнее подобраться и посмотреть внутри себя. Бывает так, что сознание открывает это по чуть-чуть. Вот здесь могу уже посмотреть, здесь нет. Здесь могу, а здесь нет. А здесь совсем не могу. И бывает так, что люди понимают, что нужно какой-то вопрос проработать, а закрытое сопротивление настолько, что нет, наверное, я передумаю, я потом приду. Бывают такие случаи, да. Больно, внутри больно, что-то непрожитое, что-то сам себе сделал. Это постепенно просто, бывает, да? Бывает постепенно, да. Ну, если так подумать, например, да, разбираться с прошлым можно бесконечно, в общем-то. Но как сделать... Ну, свет-то в конце туннеля все равно есть. То есть, ну, по факту я сегодня, вот, например, думала, да, что наше прошлое – это отражение сегодняшнего дня. То есть, если мы разбираемся с сегодняшним днем, автоматически не расплетается ли прошлое у нас? Выравнивается очень много. И бывает так, что когда работаешь с кем-то из одной семьи, то в этой же семье, если человек это все глубоко проработал, выравниваются отношения во всем поле, во всем родовом поле. И это уже тоже как бы не секрет. Как это объяснить? Есть этимологическое объяснение? Просто мы настолько привыкли мыслить все в материальной геометрии, в геометрии Евклида, да, что нам нужно менять мировоззрение. Мне очень нравится фраза, которую говорил Горяев, что нам нужна постматериальная картина мира. Что в 2D уже не мы уже не сможем. Это не буквальная работа. Здесь многомерные структуры. И нужно искать, развивать науку, развивать понимание и делать новые шкалы, новую картину мира. Не вот ту виртуальную через компьютеры, мобильники и в двухмерном экранном ограничении. Все гораздо шире, и все гораздо быстрее и интереснее. Как ты считаешь, вот, например, да, возвращаясь к вопросу проблемы преподавания, проблемы, то есть обучения сейчас, да, современной молодежи тоже, как можно помочь, допустим, с терапией души и преподавание, ну, то есть обучение в вузе, в школе, ну, без разницы? Я думаю, что если соединить вместе, допустим, да? Ну, не напрямую соединить вместе, а о том, что нам нужна немножко другая психология, нам нужна другая структура знания, другая структура дисциплин, которая бы соответствовала тому, что мы имеем в настоящее время. Выкидывать за борт то, что есть, тоже нельзя, но это нужно делать в другой структуре, в другой скорости, в другой логике, и не 10 лет. То есть это можно, то знание, которое мы учим 10 лет, ему можно при другой раскладке классно-урочной системы в других процессах, не в тех формах, которых мы сейчас учимся, дискретных, а включая другие образовательные процессы, сократить время и сделать это в течение нескольких лет. Материал достаточно легкий, который есть в школе для усвоения, и времени, которое может освободиться на практику и на жизнь. Вот смотри, у меня переделывать это по-другому. Ну вот смотри, у меня такой вопрос. Например, вот этот старый пласт, который уже есть, да, который уже проверен. Мы же не можем выкинуть таблицу умножения. Да, конечно. Таблицу, да. Там, просто арифметику. Знаешь, я что хочу сказать? Вот, например, не зная прям каких-то основ, да, какую-то прям, ну вот, базу, допустим, я приведу пример вот на простом языке. Я, значит, пишу реферат «История, кино, телевидение» и так далее, да, и выписываю слова Хичкока, что такое кино, что кино, да, это там, не помню дословно это высказывание, что это как-то стирание скуки в жизни, ну, яркое пятно, типа, вот что-то подобное, не помню точно высказывание, через время уже я слышу, что эти слова уже приписывают другому режиссеру, не буду говорить его фамилию, чтобы опять не была путаница, но по факту исторически это слова
определенного Хичкока, да, которую со временем, то есть который со временем истории переписали и присвоили другому режиссеру просто. Ну, пройдет сто лет, его еще раз перепишут. Да, и будет это другие уже слова. Ну, где вот правда вот в начале, если мы пропускаем эту правду, что мы передаем, и в середину передаем уже по-другому. Разве не так? Когда начали записывать былины в 19 веке, это была большая дискуссия, какой фактаж, который рассказывается в былинах, может быть считаться реально историческим, а что является метафорами, вымыслами, домыслами и так далее. Что можно взять для исторической науки, а что нет. Вопрос остается. Сознание очень подвижное, оно не всегда привязывает именно вот к такой конкретной правде. Ну, нам показывают, что время уже подходит к концу, то есть, чтобы мы уже завершались. Ольга, ну скажите, как вы считаете, светлый взгляд какой для преподавания, и как вот, какой совет, чтобы было интересно учиться? Что такое вот знание? Почему к ним хочется тянуться? Важнее, наверное, не знание, а, собственно, понимание. Я когда-то прочитала очень красивую метафору о том, что понимание — это способность переводить с одного языка на другой. То есть владеть всеми языками. Научными, художественными, иностранными. Умение говорить и находить общий. И тогда ты умеешь общий язык находить со всеми в любых ситуациях. Знание — то, чем оно должно греть. Оно должно быть с огоньком для человека, который учится. Если он находит этот огонек, то дальше все открывается с очень большим вдохновением, легко, быстро. И все легко, все возможно, все по силам. Ну и какой вывод вы сказали бы вот сегодня, вот, например, прослушали мы сегодня передачу с тобой, и какой вывод бы ты сказала бы? К чему мы пришли сегодня? Все течет, все меняется. И идти вперед надо с воодушевлением и с пониманием, кто ты, что ты делаешь и какое благо ты можешь принести в этот мир. Что работать над собой — это нужно, да? Что... Да, работать над собой, потому что чем спасешь себя, спасется вокруг тебя очень много. Спасибо большое. Я надеюсь, что передача была все-таки содержательная, тема обширная, и, конечно же, ее просто так не обсудить и не прийти к одному, наверное, такому прям выводу. Однозначному. Да, и ну, я считаю, что какие-то важные замечания будут вещи полезны. Мы затронули. Да, Ольга, я вас благодарю за то, что вы пришли, да, за то, что вы рассказали. Очень красивый язык, мне прям нравилось слушать. Да, очень нравилось слушать, поэтому... Встретимся еще, надеюсь, у нас на эфире также. Это была передача Юлии Хохловой «Дело от любви».